конечно, не очень их видно. Но тем не менее. Вот я почему и говорю, в Ивановской олени как коровы по деревне ходят. Ладно, пойдем. Сейчас убегут уже, наверное. Не, как-то я не ожидал, что они это... А, то есть они не к нам, они в лес, да? Ну, тоже интересное зрелище-то. Думают. Ну да. Вот, поломились. Что-то у них боевых оленей не видно, которые... А, вон стоят, какие-то пасут. Да это маленькие оленяшки. Могли бы и не убегать. Сами все равно, да, пасут. Одни смотрят, другие бегут. Угарно. Все. Вон те только, которые жрали, все пропустили. И вот тоже логика, да? Им бы там стоять, а они побежали стаю догонять по какой-то хрен. Слушай, поем побыстрее, я думаю, мы их еще ближе увидим. Он сайгачат. Тадын, тадын. Замерли. А я и говорю, те жрут, те не видят. Может, та стая другая, сама по себе. Там самые смелые тут остались. Да нет, там наоборот остались самые эти, которые все пропустили. А вон этот так стоит, смотри. На нас последний смотрит. Пошел, пошел. А, их два даже было. Вон, все стоят. В ряд. Вон они. Выстроились, ты прикинь, сколько метров стая. Здоровая. Блин, трясется все. Ну ладно. Нормально. Был дом. Теперь дома нет. И сарай ведь был, да? Не, они его сожгли. Может, тоже какие мутные лазили, да сожгли все. Вот остался этот дом. Здесь был второй. Но он тоже сожженный. Если нам тогда по ушам не наездили, сказали про эти два дома, что там якобы хозяева умерли от тяжелой формы туберкулеза. Может, они их, конечно, жгут, но мы считаем, что это страшилка для туристов. Чтоб всякие мутные не лазили у них здесь. Хотя, как знать... Вот и здесь дом сожгли. Я точно не буду утверждать, что я в него ходил. Мне казалось, что тот дальше был от дороги намного. Но вот этот дом напротив, к которому мы подходили тогда, напротив него тоже был дом, я помню. Ну да, жгут дома, странно. Это вот пошла дорога уже на Веретьево. Если отсюда выйти, оттуда мы пришли. А если
идти сейчас туда, выйдешь к тем воротам, где я в предыдущем видео рвал яблоки, дичка, вот у тех ворот это будет. Когда я говорил, что это второй выход на Дюково из Оленьего острова, но, как видите, мы показали, что он не очень. Ну, сейчас мы решим с Серегой, куда мы пойдем, потому что не особо уже хочется наворачивать здесь круги. Хотя, если вдуматься, такси из Ряхова будет дешевле, чем из Тынцов. А идти, в принципе, одинаково, что туда, что сюда. Ну ладно, сейчас решим. Пока у нас ужин. Ты достал там все? Ну все, давай сейчас. Там, короче, нет никаких домиков за поворотом. Вот эту какаху подпинали мы ему ногой. Зацените, он ее прет. Ну ничего, не получается у него. Там камушек. Опа. Вот он. Опа. В мире животных. Короче, я не в ту сторону ему утолкал ее, да? Какой же? Надо было в другую. Ему было бы там удобнее. Ну да ладно. Слушай, надо же. Как танк прет эту какаху. Ё-моё, вот, да, такой жучок маленький. Так и не подумаешь. Оба. Офигеть. Куда, интересно, он ее толкает? Ну, если я скажу, что вперед, это уже будет о чем-то говорить. Вот именно. Да. Это все прикольно. Ну как? Комментарии. Не каждый день увидишь жука-навозника. Котящего какаху, да? Но это было угарно, согласись? Ладно, пойдем. А здесь тепло. Ну что мы тут имеем? Какой-то тазик с водой или с чем. Да, в общем-то, здесь особо-то ничего и не изменилось. Все то же самое. Ни лучше, ни хуже. Да. И здесь намного теплее. Может, стало чуть почище. Ну да, все то же самое. Единственное, они вот набили это под штукатурку, сетку. Везде. Видишь? То есть они еще только алтарь собрались штукатурить. И кто-то у них спер лампочку. Ну, в общем-то, все то же самое, ребята. Ну да, все один в один. А что, то ли не пошел, что ли? Ну ладно, его дело. Да. Значит, кто-то приехал. Возможно, фотоловушки сработали. Нихера. Трактор. Это наш велопокатуха. На ночь глядя. Едем в ту сторону. Да. Не хотел он. Но ему некуда было деваться. Так-то было куда. Это ты просто что еще? Опять вороны. Судя по всему, дом кто-то, наверное, либо выкупил, либо им кто-то занимается. Мы когда? В 2020 году здесь ходили? В
Примерно. Вот. Здесь все было заросшее. Сюда вот была дорога, а сейчас мы ее даже не наблюдаем. Ну да. То есть вот дорога шла вот здесь. И мы прямо по ней шли пешком. А теперь здесь ничего нет. Здесь нет дороги совсем. И как быть, как туда ехать, я даже теперь не знаю. Походу больше никак. Ну, почти. Ты самое главное знаешь, где эта дорога, если что. И что она выходит, где знаешь. Ну да. Ну и все. Мало ли пригодится. С новыми законами об эвакуации детей без родителей. Слушай, смотри, к нему электричество, по-моему, подвели. Ну, это я уже не знаю. Провод все равно не видно. Короче, надо Сереге говорить, что дом отменяется. Потому что его, походу, заняли. Да, его, походу, восстанавливают. Смотри, тут забор стоит теперь, все. Мы же с тобой шли, вообще не было видно, да, вот этих брёвен? Ну да. Да и вообще, и даже самого дома не было практически видно. Слушай, а может, мы с тобой неправильно ехали? Помнишь, он далеко был от нас, от дороги? А, ты имеешь, думаю, дорога, с той стороны? Дорога, возможно, вон там, сзади. И я перепутал. Возможно. Сейчас давай вернемся и посмотрим. Ну, а в принципе... Мы уже сделали тоже, зачем приехали. Миссия выполнена, да. Сейчас сфоткай дом без меня. Ты фоткаешь? А, ты снимаешь? Просто реально, сейчас назад поедем. Мы все, что хотели, узнали. Дорога на месте. Все нашлось. Я думаю, поедем мы дальше, раз дом больше не заросший, то ловить там нечего. И я думаю, он вот этим ребятам теперь принадлежит, чья ферма. Жаль, могла бы получиться там прикольная съемка. Видно ворона? Да, вот они, целых два. Три. Третьего не видно уже. Вон там. Ну, пойдем. Смотрите, дорога прям. Ну, как сказать, да, дорога? Вот это как... бугры, я бы сказал. Ну да, она входит, но... Тем не менее. Думаю, ты не знаешь, что значит дорога. Думаю, в понимании нормальных людей. В общем, вот здесь велики. И дойдем до реки. Ничего, не, ну ты так не бросай, блин, бросай. Не так уж он и сильно упал. Это, народу, как ты видишь, нету. Представить ноги великом вроде никто не должен. Слушай, вот сюда надо поход с палаткой-то. Реально. Смотри, как тут. Я имею в виду на той стороне. Что за дорога? Может, все-таки возьмем велик? Серьезно? Выключай пока. Тут вообще не пройти. Даже у меня уже отпало желание туда пытаться попасть. Вот по этому холму бы пролезть. Но тут реально не проехать, не пройти, тут осока сплошная. А раз здесь осока, значит здесь болотина. А в летних тапках не алё. Ну ладно. В общем, твоя мечта сбылась. Едем домой. Куда ворон-то улетел? Да все уж улетел. По своим вот делам. А. Вот еще один. А этот вот отсюда вылетел. Вот так круг сделал вокруг нас. И улетел опять туда. Было прикольно. А. Видел. Ладно. Погнали домой. Раз уж так вышло. Adios, amigos, да? Да. Ага.
Вот такой сейчас закат. Произошла катастрофа планетарного масштаба. Мы больше не можем ходить без масок. Вы видите сзади меня лиловый кислотный закат. И теперь у нас так каждый день. А еще по ночам у нас бегают зомби. Но это вы увидите чуть позже. Только одинокие гонщики ездят по этой дороге. Блин, этот машин как-то зло. Бля, я в детстве просто не доиграл. Как ты там говорил, первые... Первые 40 лет мужчины. Детство мужчины. Да, детство мужчины. Самые сложные. Самые сложные. Вот, я понял, как тут шириком управлять. Ну ты, короче, нажимаешь на это, на прибавление, и он это. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.